Ребята, всем привет! Сегодня я буду рисовать единорожку, который сидит на шпагате. Сначала мы ему нарисуем уши. Одно ухо мы нарисовали, далее ведем до лапы. Вот здесь у него будет лапа. Так она идет. Это он сидит. Делаем прямую линию, что он сидит. Шпага. Рисуем еще одну лапу. Далее рисуем прямую линию до лапы следующей. И здесь у нас еще одна лапа будет. Такие линии здесь делаем. И осталось нам нарисовать еще одну лапу. Также рисуем прямую линию. И такая у нас получается лапа. Сегодня мы будем такого единорожку рисовать, очень яркого, разноцветного. Это у него уже идут грива такая, волосы. Приделаем, рисуем. И здесь у него будет идти единорог. Такой вот единорог я нарисую. Единорожки. Вот мы нарисовали рог единорожки. И далее продолжаем рисовать гриву. Единорожки волосы. Делаем, рисуем. Здесь будет идти еще одно ухо, которое мы еще не нарисовали. Рисуем его. Такое у нас получилось ушко. Ребята, а вы не забывайте подписываться на канал мой Анчик Нарисуйка. Вот от этой линии ведем вниз. Вот до лапы ведем. Далее мы рисуем ему глаза. Один глаз мы ему рисуем. Стараемся рисовать глаза, чтобы были более одинаковые. И другой глаз рисуем. Ребята, пишите в комментариях, любите ли вы единорожку рисовать, единорогов рисовать. Такой у нас глаз получился. Вот мы уже нарисовали единорожку. Вот такой он у нас получился. Теперь мы его будем разукрашивать. А, кое-что еще мы ему забыли нарисовать. Хвост. Сейчас мы ему будем хвост рисовать.
такой вот отсюда идет хвостик. Сейчас. Такой, в общем, у нас хвостик получился. Такую линию здесь сделаем. Сейчас мы будем разукрашивать единорожку. Разукрашиваем рог. Желтый. Единорог. Разукрашиваем. Далее синим. Опять желтый. И синий. И опять желтый. Рисуем розовым. Гривую мы рисуем волосы розовым. Вот до сюда. И здесь розовым. Здесь тоже раскрашен розовым. И вот здесь тоже розовым красим. И с этой стороны розовым. Далее хвост красим тоже розовым. Вот здесь мы чуть-чуть фиолетовым покрасим. Вот идет. Здесь тоже чуть-чуть красим фиолетовым. И здесь. Добавляем фиолетовый чуть-чуть везде. Далее красим голубой вот здесь.
это у нас будет голубой цвет. Здесь тоже голубой красил. В общем, закрашиваем все голубым. Такой у нас начинает получаться единорожек. Далее ему раскрашиваем лапы голубым. Другую лапу красим голубым. Еще одну лапу красим. Еще нам осталось две лапы раскрасить. И еще одну. Мы уже эту разукрасили лапу. Теперь будем красить. Закрашиваем глаза. Другой глаз красим. Добавим здесь еще в глаза немного фиолетового на глаза, чтобы такой оттенок чуть-чуть фиолетовый получился. И здесь красим хвост, теперь нам осталось голубым разукрасить. Такой у нас хвостик получается разноцветный. Голубой и розовый, розовый голубой. Вот такой у нас единорожек получился. Разноцветный, радужный, красивый.